Марина Гутнік – апсайкл екодизайнер. Створює свої роботи зі старих речей, дарує друге життя джинсовому одягу та шкіряним курткам. Творчістю займається вже близько 18 років. Вміє в'язати, вишивати та створювати іграшки. Популяризує екологічний рух апсайклінг, який є популярним в Європі. Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, популяризуєте апсайкл, вибачте, не можу вимовити. Отже, що це за рух такий у дизайні? Апсайклінг – це англійське слово, да, якщо брати дословно, це піднімати з мусора. Ну, зрозуміло, що з мусора ніхто не піднімає, а мається в виду, що у нас настільки зараз засоряється окружаюча середа, іменно нашими же вещами, які ми вже не носимо, з яких ми виросли, які там прийшли в негодність, ми їх вибрасуємо, і тонни, тонни цих відходів, і ми дійсно самі засоряємо свою ж окружаючу середу. Вот, поэтому апсайклинг, его еще называют движение Zero Waste, то есть движение без ноль отходов. Да? То есть то, что мы уже поносили, мы можем опять это как-то реконструировать и снова это использовать. То есть мы не делаем из этого отходов, у нас нет отходов. Поэтому я считаю, что сейчас как раз в наше время, особенно карантин, очень-очень это показало. Потому что действительно у нас с экологией просто беда сейчас. И если мы хотим дальше жить в чистом мире, в чистой стране, чтобы наши дети дышали чистым воздухом, то мы должны больше задумываться именно о таком потреблении своих же собственных вещей, как минимум. Каждый это может сделать, и каждый может быть к этому причастен. От через такі ну речі. Більшість писали, що під час карантину почали перебирати речі в шафі, і от багато речей залишається. Так, і ось варіант того, що можна зробити зі старими джинсами, які ви можливо вже вони там десь порвалися, чи не можете навіть влізти, як то часто також буває. Так, після зими можливо. Ось такий варіант, що можна зробити зі старих штанів. Так, це от сумки і навіть іграшки. Да. Як ви до цього прийшли? От до такого дизайну? Ну, знаете, интересно, я вообще творчеством занимаюсь довольно давно, уже лет 18, я там и вязала, и плела, и что только не делала. А это меня натолкнуло, я стала читать просто статьи, да, вот в интернете про именно знаменитых эко-дизайнеров. Одна из Прибалтики, я не помню имя, я не буду сейчас пытаться вспомнить. Она сейчас уже на таком уровне, она поднялась, что у нее уже сеть магазинов в Прибалтике. И сеть в этих магазинах, что интересно, стоят короба. И люди туда приходят и просто приносят ненужные свои джинсы. То есть у них не выбрасывают и не знают, куда их деть, а они и потом люди перерабатывают. И тот, кто принес свои джинсы, потом имеет какую-то небольшую скидочку в магазине, где уже вот продукция, уже ее переработана. Вот у меня такая идея есть, если бы, конечно, в Николаеве такое возможно было сделать. Если найдутся единомышленники, я буду рада, обращайтесь ко мне, я готова сейчас рассматривать все предложения. Возможно, это даже кого-то из бизнесменов наших так, меценатов заинтересует вот такое вот именно, что мы можем окружающую среду таким образом красивым спасать. А вы занимались лишь джинсами, або ще вже и інші тканини також можете приймати, або з інших речей щось? Не, ну, мы немножко еще кожу делаю, но пока на данный момент я по времени не успеваю, сейчас больше актуально джинс. Ну вот спрашивают, заказывают лен, джинс, кожа. Вот, вот эта красавица сделана. Вот сделана она из льна. Вот она такая у нас дама. Красуня. Да, хлопок, лен. Это были, значит, льняная штора была. Это пододеяльник был. В общем, тобто да. Все, що є вдома, так? Да, ось, да, трошки да, вийшло да. Зі строю, ну, то понятно, можна що, зробити конечно, ось таку красу. Чоловік не зробить, який к этому, тому що вона доволі складна. У неї 58 деталей вот в этой кукле. Да, она сложная очень. Но тем не менее, показываю, что можно делать. Есть вещи более простые. Вот, например, вот эта мышка, она из 4 деталей. Ой, состоит.
Мишеня заплутались трохи. Все, побежали они. Им скучно стало, они побежали. Вот и такую мышку можно вообще вот сделать. Она несложная. Смотрите, какая она потрясающая. Вот это вот символ года. Да? Вот это тоже более сложная такая. А это вообще сделано из детской пеленки. Вот видите, она мягенькая. Так, дайте я трошки пощупаю, так? Держите. Тримаю. Намагаюсь. Вони там заплутались трошки, мишеня, та хочуть погратися, так? А взагалі, скільки у вас іде часу на виготовлення просто одного виробу? Наприклад, однієї сумки. І як взагалі відбувається процес? Ну, у мене вже швидко доволі йде, тому що я вот даже, кстати, за время карантина задумалась, сколько же я сумок за свое время, сколько я именно вот это направляю. Это направление у меня где-то порядка 8 лет уже идет. Но я сделала уже порядка 3000 единиц за это время. То есть очень большое количество. И оно по всему миру, эти сумки. Они уже где только их нет. И Америка, и Австрия, и Израиль, и Италия. Іспанія, в общем, люди. Там, звісно, взагалі в Європі, да, к этому очень. Тобто попит є зараз на це, очень. Сейчас у меня вообще мне просто некогда спать. Я сплю буквально 4 часа в сутки, потому что я сижу за машинкой, плюс очень долго сохнет краска, которая наносится на джинс, да, она должна правильно просохнуть, потом она еще покрывается определенным там преобразователем специальным для того, чтобы эту сумку можно было стирать. Вот, поэтому долго идет сам процесс подготовки. А пошила, я за полдня могу сумку пошить, например. Но это опять-таки потому, что уже опыт, уже рука набита с закрытым. Рюкзак чуть дольше, да, потому что тут и клапаны большие, и такі. Але як з'являється натхнення створювати, так? Ось, наприклад, якийсь візерунок, малюнок? Частіше замовляють, а коли не замовляють? Як підібрати клієнту? В основном люди обращаются, а можно какой-то свой рисунок? И мы делаем таким образом. Ко мне обращаются с запросами нескольких вариантов, мне присылают несколько картинок, например, но я знаю особенности именно нанесения ручной росписи на джинс, вот даже, например, на обычный хлопок, на белый, другая, это уже опыт, вот его чувствуешь в руках, его вот даже словами сложно передать. И я понимаю, какой рисунок возможно изобразить, какой примерно можно повторить, а какой точно я не сделаю, потому что это только, например, фотопринт может сделать, вручную это невозможно. И мы уже выбираем из этих вариантов, выбираем, и человек, как правило, получает эксклюзив. Вот это вещи, это вообще вещи эксклюзив. Это не просто рюкзак, это рюкзак-оберег, потому что он сделан через сеанс рейки с помощью нейрографики. Если будет интересно, приглашайте, расскажу про нейрографику. Тобто і таким варіантом також створити. Як доглядати прати, як часто можна, чи при якихось особливих режимах? Ви знаєте, ця сумка, чим вона ще хороша? Ну, це ж джинси, їх не стирають кожен день, согласитесь? Вона не требує стирки. Я от свої речі, от це мої речі всі, да? Я стираю раз в сезон. От сезон закінчився, я постирала. Єдине, що я рекомендую, аккуратно стирка вручную. Хоча ця краска, вона не боїться, вона можна навіть стирати в машинці, ну, на делікатні стірки, звісно. Зрозуміло, що прати треба лише в сезону, можна і так доглядати. Як щодо іграшок? От за ними як догляд? І наскільки зараз також попит на ось такі іграшки з тих матеріалів, які є вдома? От це, ну, такий, звісно, спрос, от у мене, я не знаю, як у інших, я не ціленаправлена на іграшки, да? Я все-таки більше ціленаправлена на сумки, рюкзаки. Для мене це... Те, що практичне, так? Ну, от я і люблю, і як-то у мене вже, мабуть, і моя цільова аудиторія больше настроена на это, а девочки любят. У женщины же не может быть, много сумок не бывает, это любая женщина знает. Вот. А вот игрушки у меня, например, перед Новым годом, да, вот идет, конечно, когда заказываю всяких там и снеговичков, и символы года, и девочек, и мальчиков, кого только не заказывают. Вот. Ну, я предпочитаю, конечно, больше сумок. И у меня вот такое, знаете, я живу с таким девизом 3 E. Экологично, эксклюзивно, экономно. Потому супер. Что стоимость такой сумки, она небольшая. Я вот даже вчера зашла в магазин и посмотрела китайские рюкзаки джинсовые. У меня глаза на лоб полезли от таких цен. Так что...
Ну, взагалі, на одну сумку скільки пар йде? Одна пара йде на одну сумку? Йде дві. Чому? Потому що остається потім ще, тому що я використовую світлий на клапан, щоб рисунок був, да, виграшний. А темна я ставлю на саму сумку, щоб вона була практична. І в той же час це буде і під світло, і під темне. Це небо така многофункціональна. Внутрі там йде хлопкова підкладка. Обов'язково. Там 4 кармана в ній. Да, так що вона... То все дуже практично, да, так, зручно. Да, вона от вроді небольшая ця сумочка, але вона така дуже. А рюкзаки взагалі, вони такі вмістительні. І плюс я ще предпочитаю робити рюкзаки без молнії, взагалі і сумки без молнії. Я чому так стала робити? У мене був рюкзак, любимий, на молнії. Я поїхала, значить, в путешествие, і у мене ця молнія в путешествии розлетілась. І я нічого не могла зробити, вещи всі вивалились. В моєму рюкзакі цього ніколи не буде, тому що він затягується. Він затягується. Тобто взагалі двойна виходить застяжка. Затяжка, да? Тобто от на шнурочок, куча карманів тут, тут. Оце моє улюблене. Я дуже люблю кармани, просто щоб завжди були в кишені. І ще застягується клапан от на... То есть, во-первых, туда, извините, и залезть сложно, вот даже если рюкзак сзади, да, молнию кто-то захочет так расстегнуть и руку засунуть. А сюда попробуйте залезть. Поэтому я считаю вот свою модель, вот эту разработанную, я считаю, что она более удобная, она более такая, ну, защищена. Это вам ось навіть приклад того, як вибирати рюкзаки навіть, так? Щоб, да, щоб було безпечно і зручно, так? І щоб ніхто до вас не зміг туди залізти. Я вам дякую за цю бесіду, дякую за натхнення.